Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Мамка поубирала. Тут цветы стояли, вообще завал был такой. Она все поубирала, все сложила. Вообще молодец. Я только с работы пришел, наверное, все цветы убрала. Все это повымывала. Носочки мои. И мерзавчик. И мерзавчик. Тут как тут. Ох, хвостата. Чудовиська. Ох, чудовиська. Ой, глянь, так там. Ой, падла такая. Вот мама поубирала эти. Повымывала вазы. Цветы. Все, да, спасибо большое. Суп сварила. Так что. Стирку повесила всю. Сама собрать. Себе инсулин колы. Ага. То есть все нормально. Ага. Молодец. Ой, что делать? Уже опталю. И це лежить чудовисько. Одна забота. Угу, лежи, лежи. Пакета стирку убрала, все нормально. Спасибо. Посмотри, развесила. Я видел, мам, спасибо. Ага. Все красиво сделал. Я еле залезла через ящик, чтобы взять эту вазу тяжелую с водой, еле подняла. И цветы, чтобы... Кали себе осторожно инсулин, машешь руками. И дирижер симфонического оркестра. А мне, в общем, пришла посылка такая. Это вот такая мне посылка пришла. Это, похоже, с китайского сайта. Мне надо будет потом сделать обзор полностью вот этих вот вещей. Это все в одну кучу. А это какая-то книжка пришла. Книжка пришла, сейчас вам скажу, откуда. Из Ахтырки. Что там в Ахтырке, я не знаю. Кто мне прислал, тоже понятия не имею. Ну, я понятия имею. Мне прислал Лида. Лида прислала. Лида из Ахтырки. Угу. Ты тоже с Ахтырки пришел. Ты откуда приблудился, а? Мерзавец. Люди... Иголка гнется, зараза. Бери новый шприц. А, о, кулинарная книга диабетика. Вот, пожалуйста. Спасибо огромное. Все, что нужно знать. Вот это маме подарок хороший. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я сахар не обед второго типа. Тут все. И тут письмо, я так понял. Здравствуйте, со мной Татьяна Васильевна. Как обещал, высылаю книгу. Может, она поможет и что-то будет поменьше проблем с готовкой в первое время. Пока не войдете в свой ритм. Там очень хорошие вступительные статьи. Из своего опыта советую активно использовать духовой шкаф. Просто мама сильно запустила себя, и теперь трудно вернуть себя в норму, но надо стараться. Сама смотрю тебя давно. Когда ушла с работы, мне очень не хватало общения с людьми, так как всегда работала в библиотеке. Но тут YouTube решил прокомментировать твои видео. Так я и присела. Наверное, прорекламирую. Теперь как песня. Лишь бы день начинался и кончался с тобой. Васильевна, берегите сына. Не всем так везет иметь такого здоровья и крепкого обоим. Томасу большой привет, наверное, из-за него. Я на каналы попала. Спасибо вам огромное. Из-за тебя мерзавца. Из-за твоего хвоста всего. Из-за тебя дурачка вот такого. Рр. Эх. Рр. Рр. А? Рр. Рр. Ага. Что там? Ой. Рр. Ага. Ага. Рр. Вот такой дурачок. Да, еще. Ор. Он держится за диван, ленты. А его это самое. Так, и еще мне принесли, спасибо вам огромное. Кулинарная книга диабетика. Вот, замечательно. Я думаю, что тут печенье, диетические блюда без сахара, салаты, супы с яйцом, минестроны, со спаржей, картофельный тост, чечевицы, суп, борщ с тофу, чистофучек. Это рыба тофу, по-моему, ядовитая эта рыба. Теперь, значит, передать Самвелу Адамяну для его друзей, милой мамочки Татьяны Васильевны, с Рождеством Христовым. Спасибо вам огромное, кто это сделал. И вас тоже с Рождеством, со всеми праздниками, со Старым Новым Годом всех. Здесь найдете журнал о преподобном Серафиме Саровском. Вы недавно о нем вспоминали в своем блоге. А 15 января тут Серафим Саровский. Куда ты залез? Господи помилуй. Ну что ты за чудовище, Лохмецкое? День почитания 15-го, кстати, день 15-го. Томас! Не, ну ты наглый совсем, че не? Ну, Томас, тут же, ну, человек, Серафим Саровский, отстань. Томас! Ну, отпусти браслеты. Отпусти, кажу. Отпусти, бы сейчас ногти повырываю. Отпусти.
Ну ты чушь чи ні? Причепився, як п'яний до сраки. А дай. Отут такий православний календар на 18 число і всі праздники. Видите, 7 Рождество, 14 обрізання Господнє. Як це поняти? А що це обрізання? 19 крещення. Вход Господень в Єрусалим. Вознесение Святой Троицы. Успение Богородицы. Спасибо огромное, буду знать. Так, и тут еще книжки. Томас, вылазь. По-хорошему. Это мне в театр прям принесли. Томас, я с тобой играть не буду. Я тебя сейчас выкину оттуда. Ты русский язык понимаешь? Я тебя сейчас вот так запакую и отправлю в Святую Лавру. А там можно. Будешь мышей ловить. Гнезавец, не бачу, тут не бачу. Ах ти кувелдик, ах вилазь отсюда, паскуда. Ах ти омен. О кот. О кет. О кет. Вилазь, скажу. Знаєш, такий злий. Не хоче, щоб його виганяли. Іди. Іди по сраки получиш. Іди, кажу. Дай мені книжку. Дай мені сюди. Томас. Кажу, дай сюди. Я тобі не дозволю так обращатися. Гляньте, подлец судья. Ну ти даси мені подивитися, чи ні? Ну ти совість имеєш? А? Отходь. Ай, Томас, та що таке? Ну ти що, сказився? Це мені! Глянь, дурний який. Іди лічись. Я здам цими календарями по голові. Зразу причастишся. Так. Мамка, уколола? Ага. Держи. Кому? Оце тобі прислали книжку. Кулінарна книга діабетика. Хто прислав? Зрительниця. Спасибо. Сьогодні? Ну так, да, це я забрав. Господи, люди со всіх сторон. Да. Со всіх сторон. Я дуже благодарна. І от тобі... Некоторые говорят, що мене не люблять, да? Вот это так не любят. И вот тебе письмо. Ой, спасибо. Читай. Здравствуйте, Самвел и Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Как и обещала, высылаю книгу. Может, она поможет в чем-то и будет поменьше проблем с готовкой. Первое время. Очень хорошие вступительные статьи. А, пока не пойдете в свой ритм. Там очень хорошие вступительные статьи из своего опыта, что жители активнее использовать духовой шкаф. Просто мама сильно запустила себя, и теперь трудно вернуть себя в норму, но надо стараться. Самвел, смотри себе давно, когда ушла с работы, мне очень не хватало общения с людьми, так как всегда работала в библиотеке. Но тут YouTube решил рекомендовать твои видео. Так я и просила. И все. Теперь как песня. Мир бы день начинался и кончался тобой. Татьяна Васильевна, берегите сына. Не всем так везет и нет такого. Здоровья крепкого вам. Спасибо большое. Такие слова. По-моему, Томасу большой привет. Наверное, из-за него я и не на канал попала. Эл Юхименко. Украинская фамилия. Спасибо. Спасибо, да. А тут это значит мне и моим друзьям. Я пораздаю. Томас, ну что ты делаешь? Тут журналы. Да что за зараза, сама не могу остановить кровь. Где? На ноги. Вот тут, значит, о вере и неверии. Это вот я поделюсь. Великое откровение. Джейн Симпсон. То есть Марч Симпсон. Потом о поиске супругов. Як ищуть мужа, от муж і жена. От, потім, значить, такі журнали. Пасхальної радості. Начальнику. День ангела. От. Потім тут що-то. Смотрите, об одиночестві. Ти не один, он рядом. Ну, це церковне. От Николай Японський. Хто це? От, інтересні такі. От це от що-то таке. Православный календарь. Это видите, рождается ребенок, овцы туда заглядывают в станы. Это волхвы пришли, это ангелы, тут уже купель купают, дары приносят, ладан мира и золото. Тут вот что-то такое происходит.
Плащаница, чи що? Двоє мужчин. Хтось боліє, чи що? Тут птиця сирена в центрі. В общем, такой календарик. Потом такая открытка. Это я Игорьку принесу там в театр и поразбираю. Кто захочет, возьмет. То есть навязывать это нельзя. А кто захочет, тут возьмет. Вот. Тут разные церковные газетки. Была бы вера, а искушения найдутся, это точно. Супружеской жизни. А это у тебя бабушка с дедушкой, что сидели на той картинке. Пилки трудно не пилить. Вот так. Про жену. Так, а тут, значит, еще такие православные календари. Их несколько штук. Потом одежда мощи Серафима Саровского. Ну, то есть не мощи, а икона Серафима Саровского. Ух ты, глянь, ты красота, яка. Ух ты. Это памятник чудотворцу, город Николаев. Ничего себе, Николаев такой памятник, шикарный. Это Андреевская. А нет, это Харьков. Харьков. У-у-у. Вот Харьков такой красивый, вот этот собор. Благовещенский называется. Рядом учился. Ну, если такие посылки сегодня пришли. Но ту я разбирать не буду. Та у меня, по-моему, надо разбирать отдельно. Вот эти вот посылки, они должны сойти все в кучу. Я потом сделаю одно видео. Это я с китайского сайта какого-то заказал. Потом я ссылки поставляю. Мне надо в одном видео это показать. Это бесплатно прислали. Вот это вот. Ну, я там что-то заказал, и они присылают бесплатно. Ну, за обзор. Ты делаешь как бы ссылки, вот потом показываешь. В общем, проверил трек номера. Они не сходятся с вот этим трек номером, который тут. Сейчас посмотрим, что тут. Что это такое? Господи, что это? Это с китайского сайта. Я это точно не заказывал. Ну что это за прикол? Что это за прикол такой? Томас! То есть бабочка. С красной ниточкой. Больше ничего нету. А это такая кепка. Seatletam. Что это? Какая-то птица, типа, на вертолете. Узнави. Ну, кто это мне прислал? Я же такая не заказывал. Странно, такая кепка, я такую не заказывал. Не знаю, откуда она пришла. Кенбарде Купушкина. Томас, где эта кепка взялась, скажи? Все для тебя, мерзавца? Это ты заказал, чи шо? А? Ах, ты мерзавец. Непонятно, ребята. У меня я такое не заказывал точно. Я не знаю, что это. Что это за бабочка? Вот эта посылка еще у меня здесь. Вот, с трусами, с серебряной цепочкой, с крестиком, с телефоном. Вот это телефон. Это духи. Это крестик. Крестик новый с магазина. Новая цепочка. Кто кажет, что трусы постираны? Причем тут трусы постираны? Что бы они были постираны? Бритва. Ну, бритва... Вроде не бритая. Это чтоб я побрился.
То есть, значит, зрительница не любит, чтобы я был небритый. Это мне Гурченко подарили. Это вот шоколад Любимов. Вот, это вот трусы. Сейчас я, кстати, померю. Но они не стираны, я уверен, что они что-то говорят стираны. Они чистые. Там стираны трусы. Может, женщина купила трусы и постирала? Чтобы они... Ну, тут же не ношение видно, что белые. Ну, вряд ли они нализывают, конечно. Это телефон. Наверное, маме новый телефон или что. Тоже для меня загадка. Такая загадочная посылка. Цепочка вот очень красивая. Цена и Харьков. Серебро, 925 проба. Извините, она стоит 950 рублей. Гривен. Ланцюжок. Ланцюжок — это цепь. Как интересно, ланцюг. Так что такое? Джентльменский набор. Сейчас трусы померяю, пиду. Тут бабочка. К чему? Кто? Что? Ничего не пойму. Кто выслал Томас? Непонятно. Тут якийсь телефон прислали. Кто? Ну, какая-то зрительница, я не знаю, кому це. Ну, може, тобі, я не знаю. Ну, що зелено? Ну, він чотири та розбився у мене. Такий красивий. Розбився? Так. Як? Упав. Та ну, самою. Мама, от, от. А де тут зайчик? А, все, щас, щас. Подожди, не спіши. Щас. Як розбився? Не може бути. Цілий. Холодненький такий. Так, а де тут що? А ну, синок, де тут нажимати? Хороше, нічого він не розбився, просто в сумочці. Де не стікав? Вот, наверное. Може він уже этот, розрядився або захолов? Не знаю, як його включати. Я не знаю, як його включати. От там. Ні. Та ні. Ну, окей. Ну і не світиться? У-у. А що зробити? Зарядка. Скажи, матер, може він по-другому включається? Спроси, може скаже тобі. Ну, розберусь, в общем. Ну, тут от це, що він вже сросся, чи що? Nokia 311. Ну, як його включити? Ну, включу потім. Включиться? Включу потім, так, да, заряжу, включу. Ну, хто це прислав, так? Да? Да, так, так. Дякую велике. Да. Це тобі, напевно. Я не знаю. Спроси, я ж не знаю. Кому сувалки телефон чи мамки? Мамки. Походи. Томасу телефон, щоб він отутрився. Що ти тут уже красну вірьовку схватив, а? Що ти її схватив? Мерзавець ти такий, а? Хитрий кот. Ох уже бандит тут такий завівся. Ох, бандит. Зараз попробую приміряти, ну вряд ли. Тому що я думаю, що на мене таке... Не наліз. Дождіть секунду. Ну, налізло. Кстати, налізло. Я не знаю, це нічого не стирані, не ношені. Нормальні труси. Такі от. І по розміру теж нормально. Так що подійшли. Спасибо большое.